Совенок слетел. Сова ждет наверху, смотрит. Интересно, сесть, похоже, пытался на дерево. Ну, а ты чем там занимаешься? Я смотрю, как сова начинает попадать в дерево. Держи дерево. Женя пошел от совенка. Ахтунг! Внимание! Еще раз! Вот там. И птичечка такая мелкая перелетает. Еще раз! Идет, идет! Атакует! Ну ни хрена себе! Ну ты тогда побольше палку возьми! Она сидит на осинке. Там такая группа осинок, берёт. И Серёмуха на фоне делает. Летит! Приготовилась к атаке. Женя берет совенка. Сова следит, пытается защищать. Вот сова. Вот Женя взял совенка. Берет совенка в сумку. А в это время совятник за вторым птенцом залазит к Тане. Совенок щелкает клювом, цокает. Я смотрю за ней. Ну, надо было, короче, как в бейсболе делать. Перешибить. Попало тебе? Очень сильно ударило в плечо. Ударило в лицо? Плечо. Плечо? Ну там такое... Такой агрессивный, активный еще не было сегодня с собой. И вот еще один совенок в совятнике. Ну подождем, как что. Привет. Открой, покажи. А, я закрою ей, чтобы она его не видела. А, слышит. А, слышит? Вот, совенок и кольца. Сидеть! Он ей сигналит, да? А у мамы-то какой вообще? Я посмотрю на маму.
бы можно было руками сейчас. Она куда-то не туда смотрит, назад да, смотрит. Да, думает охранять, оберегать Юлю или улепетывать. Она там еще у нее, наверное, совенок, с другой стороны. Она вот с таким же. Ага. Все спрятал. В сумке он, да? Нет, нет. А, у Леши. Вот себя и так. Может, лучше в сумку его положить? Под сумку. Тебя нет. Тебя нет. Кусается? Ну, у меня у кота такой же интеллект. Да. Приготовь, что-то наклонилась она. Да, ты хорошо. И главное, она на глаза так атакует. Очень характерно. Где вообще на... Назад смотрит. Может, она ждет кого-то или подзывает? Сверху еще суетится коршун. Даже два. И в тии. Давайте, пожалуйста, погоняйте, мама. Вы там за ней смотрите? Да. Поверь, нет. Как у нее дела? Хорошо, сидит, любуется. Слушай, ты лазишь. Слетел, слетел, слетел. Вот пошел, вот на противоположной стороне вон там все. А сейчас покажу. Вот прямо вот так, если посмотреть. Угу. Вот так. Это березка, да? За левее березки. Да, смотри, что там творит. А может там окольцевать? А, не все, все равно ее приносить. Нет, закинуть обратно и... Маленькие кольца пошли, большие кончились, одному. А зачем ты плоскогубцу взял? А? Зачем плоскогубцу взял? Я думал, брать ты мне палку, взял плоскогубцу. Вот здесь было два совенка, оба слетели. Ладно, сидит на осине. Вот она на осине сидит. Вперед, иди прямо, прямо по тени. Нет, нет, прямо вперед. Чуть-чуть правее, правее иди, правее, еще нет, правее, заметно правее. Правее берез. Вот эта тень, вот где-то по этой тени.
Надо ожидать, что сейчас будет атаковать. Если видит. Такое впечатление, что она не видит. Вон там на сине сидит. Взял, да? Я ваш дедушка Мороз, я солёнка вам принёс. Она, по-моему, не поняла, что ты его взял. Поэтому лучше его закрыть организмом. Не показывать ей. Не поняла, она не смотрела внимательно, она вертела башкой. Ей за него мешало, наверное, возможно, деревья мешали. Но почему-то она не полетела за ним следом и не стала отслеживать. Ну, она ударилась очень сильно о палку. А-а-а. Я думаю, что она поняла, что это... Бояться стала. Ну, не перспективно от ее атаки. И вот первая атака прошла удачно, точнее говоря, вторая. А третья, слушай, она ударилась на палку. Сидит сама. Извините, снимаю с рук, поэтому качество не очень. Сейчас найду себе стабилизатор. Естественный вот это дерево. И сниму сову. С помощью телеобъектива. На полет настроилась. Нет, показалось. Летит! Летит! Надо кричать «воздух!» А, так он сигналит, и она реагирует. Сумка та не может понадобиться. Зачем? Потому что там еще кто-то. Не знаю, что. Ну, давай. Ну, иду, или вон товарищ подсадил.
Летит! О! Все, можешь меня отпускать. Что, ударило? Да. Сильно? Ну, нормально. По сказке? Нет. По плечу, костями. Надо что-то на плечи делать, они так катались, где мягко. Да надо эти, как эти. Меня держат. Типа, мама, я держу его, бей. Кто тебя держит? Ребенок. У них же захват вообще смертельный. А, когтями держит? Да, ну, вон он. Не отпускает. Она, мы поверхно наблюдаем. Вот, вот она на березе. Почему она на меня злится? У нее уже спустились принцы. Может, у нее третий там? Что? Есть два варианта. Один перспективный. Может, у нее там третий. Второй логичный. У нас палки, у тебя нет палок. И потом, в прошлый раз это была совиха, а это совел. Ну, в том смысле, половая разница. В прошлый раз тебя не атаковали, а в этот раз стали. А что это она отлетела? Или вон? Разгон. Все, еще, тебе еще и палец повредили? Ну, это уже мелкий. Че? Ну, она меня серьезно подрала. До кровищи. Ну, вену не спорола, надеюсь? Ну, надеюсь, нет. Лех, ты ее. Вы там говорите капает? Мне хоть, чтобы я была морально готова, а то мне как будто случился шок, и я здесь повисну. Таня залазит наверх для того, чтобы вернуть совят, окольцованных уже совят, в их домик. Такие домики вообще здесь по всей долине Издревой и вокруг сделали волонтеры, добровольцы. Женя, а сколько всего таких вот совятников сделано? 46. Ну, один сломался, 45 осталось. И на какой площади? Ну, площадь бассейна Издревой плюс чуть-чуть по километру с каждого края. Ну, где-то 14 на 18 километров. И сколько из этих совятников обитаемые сейчас? В этом году, 2 недели назад, мы проверяли все. Из них обитаемых было 7 из 40. Понятно. То есть это не меньше 20 совят. Порядка 20 совят. Ну, да. Я надеялся на 12, но что-то у нас 12 мы. Мы уже 14 встретили. Из них 12 присылали. Так, отчет. Так, у меня не фокусируется. Где она, не вижу. Он сидит, наблюдает. Народ, потяните зеленую. Сейчас. Немножко в бок вон туда уйди. Сова наблюдает. В это время Таня продолжает. Ух ты! Совет под ногами, да. Будет обидно. У меня в детстве был досадный эпизод. Отец с охоты привез маленького куличонка. Птенца кулика. А я по молодым годам решил, что вечером ему надо погулять. Птенцу этому. О, они. Да, так я тут превращаюсь в первую мишень. Рядом с ними стою. В общем, я вывел его погулять, как щенка. Он походил. В темноте его не заметил, наступил на него сам. И поранил сильно. Было мне очень обидно, с тех пор я животных себе не завожу. Слишком это ответственно с ними гулять. Рассказывает, что совен птенца раздавил ногой, да, в детстве. Я говорю, что сейчас таких проблем нет. Но
в этой поездке. Сразу отдаем тебе, а ты Алисе. Окей. Вот интересно, что теперь она не смотрит назад. Только вперед. Ну ладно. Да сниму в следующей серии, как совят вернуться в свой домик. Нет, это запись.